Вы что сделали сейчас? Я вас что, пустил, что вы что наделали? Ты Седжо? Это Седжо? Да, это... Я вас нахрена пустил, что вы сломали... Вы что? Да нормально бы повесил, нормально бы висел. Ну вы хоть поднимите, что такое? Потом сам поднимешь. Мы пришли за 6 рублями, 6 тысяч нам отдай. Я снимаю, все в курсе, да? Я у него купил привилегию. А что ты снимаешь? Друг, если ты мечтаешь снимать ролики антигривишовые, получить золотую и серебряную кнопку YouTube, тогда просто становись владельцем сервера на сервере Седжо Крафт. У тебя будет доступ ко всем регионам, Грифер. Ты сможешь сделать себе префикс, как у меня. Или придумать любой другой префикс, например, префикс антигриф. Вырежи топориком полдома, Грифера. Ты даже сможешь превратиться в любого моба. Например, стать эндерменом. Грифер даже не поймет, что вы настоящий игрок. Напиши на весь сервер, чтобы игроки ломали дом Грифера. И наблюдай, как игроки просто крушат этот дом. А самое главное, ты сможешь посадить Грифера в тюрьму нашего сервера. Ты сможешь вычислить IP Грифера с помощью команды Син. Прописываем эту команду, и нам выдается настоящий IP-адрес Грифера, с помощью которого мы можем просто троллить его. Ну и забань Грифера от имени консоль. Привилегии владельца сервера мы создали специально, чтобы ты снимал ролики анти-Грифер шоу. На нее как раз сейчас действуют скидки 97%, осталось всего лишь 24 часа, не упускай свою возможность. И заходи на сервер Седжо Крафт. А? Я снимаю, потому что вы мне... Вы пришли ко мне... Ты себе режиссершу, ты 6 рублей ему заплатил? Какие 6? Ты что происходит, блин? Вы хотя бы разберитесь сначала. Я вас пустил, чтобы разобраться в ситуации. Вы нормально сначала показались. Вы сейчас эту мне сломали, на меня начинаете орать. Чего вы пришли? Я так понимаю, по Майнкрафту. 6 рублей отобрал. Че, сам лично пришел, отобрал? Ну, я не понимаю, как произошло. Как? Он что вам? Той 6 рублей ему должен. Ты ему должен 6 тысяч. С чего я должен? Как что вам рассказал? Что ты ему? Это... Я у тебя купил привилегию, ну, владелец сервера. Ну. Ты меня посадил в тюрьму и забанил. Ну, а почему я тебя посадил в тюрьму? Не задумываешься и забанил? Какую тюрьму? Какие привилегии? Он, я так понимаю, он сказал, владелец сервера, который купил у меня за 6 тысяч. Понимаете, да? Он в игре Майнкрафт, значит, кикал, банил. Я тебя не помню, правда, но он кикал, банил, значит, сетал чужие дома, влезал в чужие регионы. Не вообще... Я не понимаю, что это такое? Что это такое? Не, кикил, ну... банил, что это? Пока объясните, что? Где? Че, 6 тысяч? Может, что мне... это такое? Как ты заплатил ему 6 тысяч? Как ты ему заплатил? Ты ему отдал деньги, что ли, в руки? Нет. Мы с ним... Я его первый раз в жизни вижу. Как вы меня нашли вообще? Как вы меня нашли? Я вел команду Син и нашел твой адрес. Син и мой ник? Да. И по IP вычислил? Да. Я же говорил, ты ролики мои смотришь? Я 100 раз говорил, не тупишь, что ли? Да. А он вам не сказал? Я 100 раз сказал. Мне сказал, папа, пошли, 6 рублей отдал, он мне не отдает. А как меня нашли? Чего? Он вообще ничего не сказал. Он сам не сказал, вот это адрес, пойдем заберем 6 тысяч. Я ему заплатил, он мне не отдает. То есть что заплатил? Ну то есть расклад был такой вам, да? А то, что он там кикает, банит, где? А может вообще мне обман? Где ты покупал? Вот сейчас я вам покажу. Че ты мне пока? Чек? Мне нужен чек. Покажите. Может, у меня. Может вообще развести хотите на 6 тысяч. Я все снимаю. Вот это вот чек, смотри. Так, ребят, под запись. Ну и че? Ты читаешь? Умеешь читать? Да. Вы тоже умеете, да? Смотрите. Ну, могу я. Смотрите, читать, покупка, да, привилегий на Седжо Крафт. Чек, слово, есть хоть где-то? Что? Где? Какой? Это чек? Ребят, смотрите, кто я снимаю для вас. Это чек? Какой чек? Это мой сайт, это не чек. Че к чему вообще? Ну что мне это показывать? Вы мне разводите или что? Никто тебя не разводит, 6 тысяч нам просто отдай. Просто 6 тысяч, прямо сейчас? Просто 6 тысяч нам отдай, все. Ты ему заплатил 6 тысяч? Да, заплатил. За что заплатил? Чтобы я был... Что это вообще такое? Владельцем сервера. Отдай нам просто 6 тысяч и все, и мы уйдем, и никаких проблем больше не будет. И что ты снимаешь опять? Я снимаю вот как раз такие ситуации. Вы, смотри, если бы я не снимал, как я докажу, что это вы сломали? Ты нормально бы повесил это, ничего ему не было. Нормально повесил, все там нормально было. А если бы я сейчас это не снял, это так, никто бы это не увидел. Отдай нам 6 тысяч. Чего вообще? Да вы что, издеваетесь? Отдай нам 6 тысяч. А? Ты что делаешь? Отдай нам 6 тысяч. Вы что сделали, а? Ты нам деньги принес? Ты где был? Вы что сделали? Вы в курсе, что вы мне камеру сломали? Не я сейчас телефон, я за телефоном бегал, снимаю, мне сейчас нечего, я теперь телефон только снимаю. Да это камера, как и твоя эта погремушка, так же, блядь, я... все не надежно. Какая погремушка, я нажимаю, теперь... она теперь не включается, нихера. Ну, деньги отдай, 6 тысяч. Какие? Вы мне сейчас камеру сломали, что издеваю, она теперь не включается. Давай, пойдем, Гриш. Куда пошли, у меня камера теперь не включается, вы мне сломали ее. Вы... Идите сюда, вы камеру сломали. Алло! Дед! Мне неудобно снимать. Я теперь на телефон вынужден снимать.
Она теперь вообще никак не работает. Вот. Она не включается, камера, блядь. Она стоит бабла. Мне теперь на что? Мне на телефон неудобно снимать. Здесь звук сейчас не тот, все не то будет. Она теперь не снимается. Ой, не включается. Они вообще сломали мне эту хрень вообще. Что сейчас за херня? Вы видели вообще, что происходит? Вы вообще осознали, что это такое? Вот так вот я повесил. Сюда пытался сейчас шишки приделать, хоть как, чтобы был. Вообще весь венок сломал, когда дверь закрывал. Это вообще так, ну так не поступают люди. И камеру сломал, я это все записал. Я теперь буду думать, что делать. Мне вот это заявление не хочу писать, мне лень. Вот все разбер, ходи там, полицию что-то делать, но она теперь не включается. Она не включается теперь еще. Короче, ребят, а что делать? А что, как бы, я либо ее в ремонт понесу, либо что, все буду выкладывать в своем инстаграме. Там попробую информацию, если что, про них выкладывать. Если что-то они мне будут звонить или я опять с ними встречусь, буду все выкладывать в инстаграм свой, я его завел. Поэтому ссылка в описании, подписывайтесь и следите за новостями. Буду показывать, если я понесу ее в ремонт, тоже все это покажу. Поэтому в инстаграме жду всех. Будем смотреть там. Сейчас пока я просто с телефона снимаю, поэтому буду в инст постить. Я сейчас попробую подсоединить шнуром, короче, к зарядке. Если она, как бы вот сюда воткну, если она ловит, если она работает, то я перенесу всю информацию. В общем, сейчас покажу все. Сейчас. Я сейчас немного остыл, подуспокоился, и я вам хотел показать. Вот смотрите. Вот, зарядка, да? Вот идет шнур, вот шнур идет, вот он зарядку, все как бы работает, смотрите. То есть я, если втыкаю сюда зарядку, то питание идет, то есть аккумулятор и вообще все это не сдохло. Я сейчас не могу одной рукой вынуть и воткнуть, но смотрите, вот прям при вас вынул, смотрите, она пропала. Воткнул, она включилась, то есть заряд идет. То есть, я думаю, то, что все, что там еще записалось, все это на месте, все сохранено. И вот, смотрите, я еще что увидел, что здесь есть карта памяти. Я ей никогда не пользовался, ну, я имею в виду, не доставал ее. Но она есть, вот, она здесь идет на 16 гигабайт. И у меня уже есть кардридер, как он так считается. Я его просто, если что, вот, вставлю сюда. Я не делаю никакой пиар-компании, что здесь написано, я могу даже вот закрыть. Да и кому, думаю, надо. Сейчас подумают, о, он пиарит, ничего не пиарит. Вот, ну сюда, если что, воткну и перенесу на компьютер. То есть, я думаю, вы тройку видите, потому что сам процесс съемок, он здесь записан, он у меня есть, я все это покажу. Просто очень удивительно, что отец себя так повел. Во-первых, он венок сломал. Ну, можно же было как-то по-человечески договориться, можно же было как-то урегулировать этот вопрос, можно же было. Но он сразу сломал венок, уже я понял, что ни о чем не договориться, у меня уже желание пропало что-то делать. Я хотел очень сильно поднять этот венок, сразу хотел его положить на место, ой, повесить. Но у меня, я понял, что надо снимать, я понял, что вы смотрите, надо снять нормально, отснять, и только потом всем занимался. Ребят, я понесу ее в ремонт, я думаю, здесь просто либо схема какая повредилась, да, либо я не знаю, из чего она состоит. Но она не включается, как. То есть я жму, ей вообще по барабану, я жму, она не включается. Я все в своем инстаграме буду выкладывать. Я понесу в ремонт, выложу инстаграм. Сфоткаю все, что с ней связано, буду выкладывать в инстаграм. Буду выкладывать этого батю его в инстаграм. Если он будет звонить, если я его буду находить, пойду ли я в полицию, все в инстаграме, если что, буду отдельный ролик снимать. Просто я же не могу по каждому вопросу на YouTube выкладывать ролик, правильно? Да, я же не могу взять... Там, ребят, я понес камеру в ремонт, да, и на YouTube снять ролик. Ну, это бред. Поэтому все в инстаграме, ссылка на него в описании. Подписывайтесь и следите за новостями. Сейчас здесь нахожусь на сервере своем, естественно, в Майнкрафте. На сервере SergioCraft. Здесь добавил для вас очень прикольную фишку, ребят. IP описание ролика. Здесь мало того, что я буду админки выдавать, короче, бесплатные. Ну, и пишу там, вы можете сами их получить. Смотрите, есть такая фишка, кланы, да, смотрите, оп, кланы. Видите, да, это прям на спамне, вот я стою на спамне, здесь есть кланы. Теперь на сервере есть клан,
Полискрафт. Смотрите, мне даже человек пишет, можно в меня в Полискрафт. Вон, видите в чате. Я буду рассматривать. Вот, это офис клана. Офис клана. Я его сам создал, я его основатель. Смотрите, если я веду клан инфо, посмотрите, то вам здесь, нам здесь вот это название Полискрафт. 10 участников, лидер Серджо, участники. Я лично отбираю в клан людей Полискрафт. Смотрите, если я напишу привет, да, в чате написано Полискрафт. Это лично отобранные мной люди, которых я выбираю на сервере, приглашаю в клан лично. Все участники это лично приглашенные мной. И заходите на сервер, будете полицией. Теперь у нас есть полиция в Серджокрафт. Полиция в Майнкрафте. Полиция будет ловить гриферов, будем объявлять войну кланам, да, то есть, смотрите, здесь есть целые кланы гриферов, то есть, можно объявить войну гриферов, смотрите, войну клану целому, вот, объявить войну клану, здесь есть война, здесь есть кланы гриферов, можно всем войну объявлять, мы будем конкретно работать по этому, и работать будет полиция очень хорошо, я начальник полиции Сержу в Серджокрафт, раз я не могу в жизни стать начальником полиции, она будет, тогда я буду им на сервере в своем Майнкрафте, IP в описании ролика, заходите и получайте, естественно, админки без бесплатно. Вот, админка. Тык по NPC. Тык за время. Тык и получаем вон админку, випку основателя. В общем, дорогие друзья, вот так вот. Я надеюсь на вашу поддержку. Ставьте лайки. Я выложу, соответственно, этот ролик. Отец этого грифера. Ты посмотришь этот ролик, я уверен. И сам грифер. Вы сделали неправильно. Вот такую привилегию вы покупали. Вот, я, отец, для тебя показываю, если ты смотришь. Да, я даже не знаю, как тебя зовут. Вот, она сейчас стоит по скидке 500 рублей. Ваш сын ее купил за 6 тысяч рублей, и он нарушал правила сервера. Правила сервера было нарушать нельзя, поэтому он лишился привилегии. Но я даже не знаю, может, вы меня обманули, вы даже мне чек не показали. Вы меня, наверное, может, развести хотели. Но за камеру, думаю, вы мне ответите. Я уж не стал за вами бежать там, это глупо. В общем, ребята, ставьте лайки, поддерживайте меня и заходите на сервер. Подписывайтесь в Инстаграм, смотрим, что будет по ней дальше. Да, мне тогда сотрудник полиции бил по камере, и то такого не было. Она как бы выдержала, но этот удар она уже не выдержала. В общем, ставьте лайки, надеюсь на вашу поддержку, и всем пока. Всем спасибо, да. И снимайте антигрифер-шоу обязательно. Да, всем пока.